Парламент Австралии официально принял закон, отменяющий двойное налогообложение биткоина. Раньше в стране действия с биткоином, а именно его покупка, продажа или оплата товаров криптовалютой, облагались двойным НДС. Дискуссии о необходимости принятия такого закона велись с 2015 года, так как ситуация долгое время подвергалась критике со стороны представителей криптовалютной индустрии. Согласно The Australian, новые правила начнут действовать с 1 июля 2018 года.